Че, любишь Валеру? Нет, не люблю. Слава богу, что тебе так получилось, если... Привет, красотка, как дела? Как доченька? Привет, привет, спасибо, все хорошо. Дочка отлично, я тоже. Привет, Нижневартовск, привет. Тата, сколько набрала при беременности? По-моему, что-то 11 или 14 килограмм, если честно, не помню. Что-то типа такого было. Тат, привет, какой тон помады? Блин, вот сейчас у меня тут карандаш, потом еще сверху карандаш-помада, и еще чуть-чуть хайлайтер вот здесь. Поэтому здесь много чего. Привет, ты красивая, спасибо большое. Видите, я решила без масочек обойтись, потому что вы меня ругаете. Хотя я их люблю. Ну-ка, дай-ка проверю все маски. Так. Ой, скажи, здесь что-то новое появилось. Ну-ка, сердечки. Ой, меня так много. Так, здесь киса я. Ой, киса, конечно, шикарная. Блин, вот не было бы носика, а так тон лица красивый. Так, собачка. Так, ну и что? А здесь что, в чем заключается фильтр? Так, ищешь подобного Валере? Вы что, гоните, что ли? Не дай бог. Я не хочу. Так, ладно, короче, я уберу этот фильтр, он некрасивый. Мне кажется, мне... Мой тон лица лучше. Да, такой хайлайт видно, что у меня намазан. Так, качество плохое. Блин, не знаю, почему качество плохое. Вообще, походу, сеть плохая. Алло. Все, подождите, зарядку подключу, чтобы... Или мне просто позвонили. Кашель, потому что я болела. Слава богу, уже мне лучше намного стало. Я очень сильно болела прям. У меня было этот... Температура была очень жесткая. Осталось только кашель, слава богу. Это уже почти прошел. Сейчас я нормально кашляю. Вообще сначала как... Я кашляла, как... Ну, как дед старый, вообще ужасно. Сейчас нормуль. Где сейчас живешь? Живу, где всегда жила, там же. Всю жизнь. Ничего у меня не поменялось. Так, Безус, это психоневый. Ребят, мне вообще пофиг, с кем Безус. Я как бы вообще не понимаю, почему вы все время про него пишете. Это для меня очень удивительно. Тата, ты такая красотка, спасибо. А чего вы мне целыми днями? Транс, 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 блин. Блин, устала от кашля. Ну, хотя он стал лучше, уже не такой, как был. Ну, что молчите? Чё? А, это нет. Значит так... Привет, Тата, что за прикол с конкурсом? Почему прикол? Это не прикол. Завтра где-то... Я 8... Завтра где-то часов 10, я думаю. Но попозже еще точно скажу, во сколько мы сядем и начнем разыгрывать подарки. Татьяна, для участия в розыгрыше должны были номера присвоить или прислать? Честно говоря, я не знаю, но вы можете написать на страничку «Тата радует 2018». Там сидит моя помощница Кристина. Она все время заходит в прямые эфиры, с вами разговаривает, отвечает на все ваши интересующие вам вопросы и как бы подскажет вам.
Тат, почему кашляешь? Потому что я очень сильно болела. Я болела и только выздоровела дня 2-3 назад. Так, Тат, ты глаза снизу красишь? Я их крашу снизу. Нет, я внутри крашу, а снизу у меня нарощены ресницы. Просто девочка, которая наращивает ресницы, она наращивает еще и низы. Я вообще просто тащусь. Я уже больше 3 лет к ней хожу. Доча Бетти дома у меня с мамой. Как твоя доченька? Она красотка, спасибо. Она очень, правда, красивая, безумно. Я сегодня такую красивую девочку тоже маленькую видела вообще. Такая красавица была, прям беленькая, хорошенькая. Так, на проект не хочешь вернуться? Нет, все. Моя песенка уже отпета. Не, ну может быть, если бы у меня было все худо, я бы пошла еще, а так уже все. Так, я из Усть-Каменогорска. А Усть-Каменогорска, так, я сейчас не хочу выглядеть глупой, но это где Урал, нет? Или я не права? Как с мужем? С мужем мы уже давно развелись официально, поэтому никак. Таточка, ты не ответила. У тебя проблемы со зрением? Да, у меня плохое зрение, -3,25. У доченьки день рождения 8 июля. В день семьи, любви и верности. В хороший праздник она у меня родилась. Привет, 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 привет. Привет, Ашхабад. Привет. Вообще сейчас, кстати, было походу. Блин, забыла, что за вопрос был. Валера до пенсии сидеть там будет? Ну, я надеюсь, что да. По крайней мере, я так хотела бы. Рассказывал о вашей школе и классе. Первый раз такое слышу. Есть ухажер? Не, ухажеров нет. А, Усть-Каменогорск, город Казахстане. Блин, простите, пожалуйста. В Казахстане я знаю много городов, но что-то тупануло, что в Каменногорске, даже я не знала, что там. Почему не отвечаешь на вопрос про, наверное, про ринопластику? Потому что если бы у меня была ринопластика, ни для кого бы это не было секрета, и по всему интернету давным-давно бы уже гуляли фотографии. Даже мой муж Валерка сказал, что у моей жены нет ни одной пластической операции. Я не понимаю, почему все говорят, что типа она с ними борщит. Я делаю уколы, но уколы делают все, в этом вообще нет ничего такого. Я этого не скрываю, ничего плохого в этом не вижу, наоборот, всем советую. Да, я курю Айкос. Да, я курю Айкос. Что там в Усть-Каменогорске? Я просто привет передавала в Усть-Каменогорск. Вот он, мой Айкос. Так вот он открывается. Там лежит такая палочка. Достаете палочку, засовываете маленькую сигаретку и курите. Ботокс или нафига вообще нужен ботокс? Зачем вообще нужен ботокс? Вам же 800 лет, помимо уколов, существуют разные, кроме ботокса, существуют еще разные витамины.
бирюлизация, бирепарация, различные косметологические аппараты, которые делают шлифовку лица, там, не знаю, столько всего существует, а такое ощущение, что в России кроме ботокса ничего не знают. Кавалерия очень липнет некрасиво и юно. Мне без разницы, кто к кавалерке липнет, лишь бы его каждый день обсуждали на лобном месте, и он долго был на доме 2. Чтобы я всегда получала свои эти дивиденды. А все остальное меня уже мало интересует, потому что мы с ним уже давным-давно не муж и жена. С кем он там спит, это уже не мое дело. Как к Шеве относишься? Ну, кстати, Шева очень добрая девочка. Ну, она человечная. Вот ничего.